сутках появится еще один час, 25-й. Дело в том, что со временем Земля замедляет скорость вращения вокруг своей оси. Так, миллионы лет назад, когда жили динозавры, в сутках был 21 час. Увеличится и год. Солнце уже не так сильно будет притягивать планеты, Земля отдалится, и чтобы сделать один оборот вокруг Солнца, понадобится гораздо больше времени. Получается, что в далеком будущем Новый год земляне станут ждать дольше, и день у них будет длиннее. Год меняет свою длительность, поскольку, в частности, Солнце теряет массу, например, солнечным ветром уносит. И поскольку масса его уменьшается, значит, увеличиваются орбиты планет. Правда, у любителей главного зимнего праздника будет выбор. Например, полететь на Меркурий, самую ближнюю планету к Солнцу. Новый год здесь можно отмечать каждые 3 земных месяца. Но там нет привычных нам времен года. Ось вращения Меркурия практически перпендикулярна его плоскости орбиты. Поэтому там климатических изменений нету. Там есть места, куда Солнце вообще не попадает, и там жуткий холод. А есть места, которые греются все время одинаково. А если жить по меркурианскому календарю, то праздновать Новый год вообще можно и днем, и ночью. Меркурия в одних сутках 2 года. И все из-за особенного вращения планеты вокруг своей оси. Пока дождешься на Меркурии следующего восхода Солнца, планета успеет совершить 2 оборота вокруг светила. Что такое определение суток? Мы сегодня засекли вот в той точке солнышко, Земля прокрутилась, мы снова его в этой точке засекли. А у Меркурия получается так, что засечь солнышко снова вот в той же точке вы сможете только через 2 меркурианских года. Чем дальше планета от Солнца, тем дольше на ней ждать Нового года. Как на Марсе, пока пройдет год, на Земле за это время 2 раза нарядят елку. Год на Красной планете состоит из 24 земных месяцев. Зато здесь есть настоящий снег. На Марсе точно такая же ситуация, как на Земле. Полгода освещено в основном северное полушарие Марса, и там тают полярные шапки, даже какие-то ручейки могут течь такие небольшие. А в это же время в южном полушарии полярная шапка вырастает до огромных размеров. День и ночь на Марсе по длительности такие же, как и на Земле. Так что будущие путешественники могут смело лететь с земными часами. Марсианские сутки почти равны земным, чуть-чуть, на 40 минут длиннее, чем у нас. И ось вращения Марса наклонена к плоскости его орбиты, как земная. Значит, на Марсе есть смена сезонов, то есть бывает лето, зима, осень, весна. Но больше всего не повезет колонистам Плутона, самой далекой планеты Солнечной системы. Плутон совершает один оборот вокруг Солнца за 2,5 земных века. А через миллионы лет ожидание Нового года на этой планете может растянуться и на десятки веков. Так что у жителей Плутона шансы нарядить елку невелики.